Добрый день, меня зовут Антон, я руководитель компании X-Profil. Сегодня хочу вам представить вашему вниманию неприводной двухопорный разматыватель рулона. Длиной он идет 1250, но выстраивать лепестки по длине, вернее по ширине вашего рулона можно вручную. Здесь на этих лепестках есть вот такой вот центрирующий механизм. Вот, его убираешь, и можно выстраивать его по всей длине вала. Сам вал у нас исполнен из полнотелой болванки диаметром 95 мм. Данный двухопорный неприводной разматыватель установлен на раму с швеллером 140-м, то есть сама рама и сам вал диаметром 95 придает достаточно прочности для того, чтобы держать бухту весом до 8000 кг. Соответственно, сами лепестки, для того, чтобы их разжать уже внутри бухты, вам потребуется 42-й ключ для того, чтобы вручную выстраивать по размерам диаметра бухты лепестки. Ну и, соответственно, дальше, как только вы его выставили, закрутили обратно.